«Добрые дела» – так называется программа, участники которой получают финансирование на реализацию своих проектов. В эту программу включился и детский хореографический коллектив «Аватинж». История коллектива берет свое начало 1 сентября 1974 года. С этого времени бессменным его руководителем является Людмила Новикова. Благодаря ей «Аватинж» выстоял в самое тяжелое для него время – в годы становления латвийского государства. Сегодня «Аватинж» – это один из титулованных хореографических танцевальных коллективов города. Он неоднократный призер международных конкурсов Финляндии, Швеции и России. Одним из наиболее важных достижений Людмила Новикова считает выступление своих подопечных на международном конкурсе в Италии, где они стали лауреатами. Разумеется, останавливаться на достигнутом руководитель коллектива не намерена. Свой юбилей «Аватинж» планирует отметить грандиозным концертом, подготовка которому требует немало сил и денег. Мы попали в проект благодаря нашей родительницы Ларисы Чернихович и господина Казында, мы попали в проект «Лаби Дарби», где можно получить деньги на самое необходимое, а у нас самое необходимое – это обувь, это туфли, которые одна пара стоит 31,80, это пуанта, которая 19 латов стоит, это мягкая балетная обувь, это вилойна и так далее. На все это у нас нет денег. Мы обращаемся ко всем тем горожанам, гостям города, кто нас видел, любит и кто еще придет к нам на концерт, а мы их ждем, к нашим выпускникам, одноклассникам, к нашим учителям и администрации школы, всем миром, всем городом вы можете помочь нашему коллективу. Каким образом? Голосованием. Это можно сделать через мобильный телефон. А мобильный телефон у нас в каждой семье от мала до велика. Голосование на портале Лаби Дарби ЛВ будет продолжаться до 31 марта. На получение финансирования претендует еще 14 конкурсантов. На сегодняшний день за проект «Аватинж» проголосовало 816 человек. И пока он занимает 10 место. Несомненно, без поддержки горожан получить финансирование практически будет невозможно. Поэтому прямо сейчас все дружно заходим на интернет-портал Лаби Дарби ЛВ, голосуем за своих и встречаемся на юбилейном концерте «Аватинж» в ноябре 2014 года.